22, over. Передай, командир взвода идут. Какой дурак вот это сейчас делал? Контакт и монитор есть у главных лидеров и у заместителей КС. И вот так вот всю миссию я ездил на грузовике, и вы сейчас видите полную версию от самого начала до самого конца. Забор прямо по себе. Ну я понял. Нельзя ломать забор. Ну ладно, на самом деле я был минометчиком, и сейчас будет краткая версия о том, как я минометил. Тор начал готовить миномет, а я начал готовить снаряды. АД, ДК и Крым можете подвигаться на уровень метки Крымтони 1-2. Много снарядов, очень много. И разумеется, Тор мне тоже помогал в этом деле. Колосса АД и колосса АС. Это, смотрите, метка пехота появилась. Курица там. Хватит тяжести? Да, 1500 хватает. Так, МИЛ 1330. Потом помог навести миномет. Влево. Принял. Поезд, Скар, смотрите, метка на танк появилась на заправке. И стоп. Едем. И много-много заряжал. Казали пару снарядов. Ну, 3 штуки как минимум. Ромбин. Зарядил. Связи. Толик говорит, что вы дошли до железной дороги. Зарядил. Тихо. Ушло. Зарядил. Ушло. Всего 3 снаряда. Так, следующий. Ромбик, прием. 12.64. Очень много заряжал. Зарядил. ПМ. Ушло. Зарядил. Да, пошло. Откатайтесь на запад, посмотрите. Я промазал. Зарядил. Пошло. Там его видел? Зарядил. 4. Пошло. А потом все повторялось и повторялось. 12.80. Зарядил. Принял, полетел. А разрешили? На север? Да. Влево будет разворачиваться. Давай. Так, направление 690. Давай. Готово. 4. Зарядил. Пошла. Зарядил. Пошла. Зарядил. А мало, ты отработал? Занимаюсь вторым экстрелем. Зарядил. Это место, который ты выстрелил? Да. Зарядил.